говорят, что мозг был, значит, было страшно, угнетение, значит, Украина, все угнетение. Но только, ну так что-то при Советском Союзе, так сказать, миллионы украинских женщин не были вовлечены, так сказать, в это. Это была работа, как не было все. Видишь, как, а потом перед тобой, да. Это очень приятно. И это приятно большой трагедии. Очевидно. Слушай, это... Слушай, нет, как трагедия. Знаешь, что жили все, жила, все, это работал человек у себя. Ну, мужа, семью, что плохого? Понимаешь? Это... А потом иди, так сказать, все. Это стоит там. Снег, понимаешь, такая подклячивая. Это нет, это уже.